И что там было? Что нашел? Девочки, всем привет! Опять я готовлю на пару дней. Одно блюдо это у меня обжаренный фарш с овощами, из овощей паприка, лук, кабачок, чеснок, приправы, соответственно. Затем я добавила булгур, барбарис сушеный, зелень. И, естественно, получается очень-очень-очень вкусно. Вы просто не представляете, как это вкусно. И еще одно блюдо. Фаршированные кабачки. Между ними я положила вот такую молоденькую маленькую картошку. Сейчас это уже немножко подпеклось. Сейчас я посыплю сыром. Буду посыпать моцареллой. И опять в духовку. Пока все это, ну, до полной готовности. Тоже получается очень вкусно. Мне будут кабачки сфаршированные, а семья уже там как выберет. И второе блюдо, что я приготовила, это фаршированные кабачки. Вот так они выглядят, да? И немного картошки. Аромат непередаваемый. Теперь 2 дня от кухни я свободна. Наверное. Сезон яблок. У нас в семье все любят шарлотку. Доченька попросила. Я подумала и решила как бы немножко снизить калорийность, да, этого блюда. Я вместо нормальной муки добавила овсяную муку. Сметана не очень жирная и овсяная мука. И вместо сахара сахарозаменитель. Ну, как-то так. И яблочки. Получилось очень-очень вкусно. Еще у меня сверху миндальные орешки. В общем, муж и ребенок довольны, уже попробовали. Сидели вы, сидели с Сережкой на диване и решили проехать в лес на разведку, посмотреть грибы. В прошлом году грибов вообще не было, была засуха. Как мои коллеги сказали, Нурштауб, только пыль в лесу. И решили мы и в этот раз. Я тут немножко нажала, вот прям буквально, там, я не знаю, поштучно пересчитать, можно мы нашли что-то вообще тоже. Почему-то грибов нет, или мы очень рано приехали. Но по лесу погулять все равно очень здорово. Вот все, что мы нашли. Одна сыроежка и вот такие марончики. Я не знаю, как они по-русски, немцы называют их мароны. Они растут именно там, где сосны. Поедем в другой лес. Да? Солнце, помаши ручкой. Какой-то странный гриб, он с такими рожками. Какой-то. Мягкий, да? Ну да. Такой мокренький. Но он странный какой-то. Я таких еще не видела. Но рвать я его точно не буду. Сережа нашел из окна машины, увидел. Хочешь тот походить? Ну давай. Давай походим. Нашли поляночку груздей. Вот такие беленькие. Но, к сожалению, очень много червивых. Здесь немножко насобирали. Но грузди же их так кушать, как их просто солить же надо, да? Вообще-то да. Вот они, солнце искать надо. Шли, шли. И нечаянно нашли. Кто-кто в теремочке живет. Кстати, мы уже несколько человек встретили, по лесу бегают люди. Ну, то есть спортом занимаются. Видите, обустраивают такое местечко. А что, неплохо, да? В лесу. А вдруг кто-то переночевать захочет? Интересно. И пол даже из деревянных брусочков сделанный.
Классно. Вот такая избушка в лесу. Там что-то написано. Ой, паутины много. А, здесь указатели. То есть здесь даже эта улица, как называется, Бернауэр-Херштрассе, и до ближайших населенных пунктов. Вот. Шонхольц 4 километра и Тухенклёпбике 7 километров. Так, пойду я к мужу. Там внутри лавочка и столик. И можно на улице камешки такие. Ну, наверное, как гриль-плац для отдыхающих сделаны. Видите, сколько леса напилено. Вот так все хранится, все пронумеровано. Запах стоит просто. Просто как в лесу. Ребятки, покой нам только снится. Мы после грибов решили заехать на чернику. Но здесь только осы. Черники очень мало, она уже переспевшая. А знаете, сколько стоит? 6,50 килограмм. От 5 килограмм 5,80. Ну, эти 5 килограмм еще надо где-то насобирать. Она уже вот переспевшая. Все роится, нужно очень осторожно брать ягодки, потому что везде пчелки, мушки. И очень много переспевшей. Но очень сладкая. Огромные плантации, просто огромные, но она в этом году очень мелкая. Потому что мы в прошлом году собирали, была крупная, конечно. И это уже остаточки. Хотя вот есть еще и недоспевшая, но все равно. Уже, наверное, минут 40 здесь ложу. Немножко поела, немножко насобирала. Но очень вкусная, очень сладкая. Все, мы едем домой. Улов этого дня — грибы, черника. Купили баночку меда 500 грамм за 5,80 и 2,5 килограмма картошки за 2,70. Замученные. Голодные, но с добычей мы едем домой. Ты устал? Конечно. Наш сбор. Мароны, грузди. Не знаю, что это за грибы. Правда. Вот нашли несколько штук. Понятия не имею, что это за грибы. Купили картошку. Сейчас будем жарить грибы с картошкой. Девочки, помыла голову, приняла в ванну. Хочу сделать маску. Вот эту польскую, которая восстанавливает. Вот. Нанесла на лицо тоник. Тоник у меня вот такой. Это Лизавека с АХА-кислотами. Нравится. Очень-очень-очень нравится. Но вот уже совсем немножко осталось. Интересно, такой тоник только на iHerb продается. Очень классненький. В общем, сейчас сделаю маску. А вот и я, слабонервным. Просьба не смотреть. Ой, на совушку я, конечно, не очень похожа. Вот, лекала, посмотрите, на полморды лица. Не знаю, в общем, как-то так. Но пахнет приятно, жидкости много, и почему-то маска сразу начала пощипывать. Может, от того, что я нанесла сначала тоник? Ну, посмотрим, что будет. Да. Это типа продолжение клюва, да? Угу. Все, держу 15 минут. Девочки, чуть не забыла, да, сказать про масочку. В общем,
Для этой цены маска неплохая. Единственный минус у нее — это очень жесткая вот эта тканевая основа, она прям как бумага. Очень, ну, плохо ложится на лицо. Но все-таки я хочу сказать, для этой цены масочка в принципе неплохая. И кожа потом после маски такая прям увлажненная.